Рад видеть эту звезду. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Ну, спасибо, злюка. Музон и стриптизом. Пончики. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Пока, парень. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. В дороге. Скоро должны быть. Отлично. Продать, не продать этот. Ладно, продадим. Саня, а что там в эфире нового? Как международная обстановка? Короче, такое дело. 10 лет в эфире, помехи одни. А месяц назад поймал. Настроился на Питер, лично. Они, между прочим, про нас знают. К ним, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете таком старом, ну, спортивном. Вот этот прицел возьмем. Да, эту байку я слышал. С бородой нам не нужен. Чего посвежее расскажи. Смел. Так что Лондон там выжил или даже Нью-Йорк? Не, глушитель здесь про нам Лондон не понадобится. Ничего не знаю. А вот зато на севере у нас город есть. Полярные зори. Там рядом АЭС еще. Там выжили люди. С ними говорили. Патроны самодел, но качественные. Осаждают. Но они держат пока оборону. Держат. Картечная. Завидую тебе, высший Саня, класс. Складно врешь. Сам крутил. Бери. Тебе надо было в большой устроиться. Пьесы писал. Я тут до завтра буду. Так формой. Что если что надо, не а стесняйся. Ты понимаешь, устроил. Хорошо. Ты в катакомбах бывал. Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наверное, мельник. Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава! Старый пароль! Голос знакомый, черт, не могу вспомнить! Стоп! Да это Лесницкий! Вот собака Лесницкий. Сволочь красная. Предатель! Ого! Приз-сюрприз! Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Это с собой! Все, живо! Уходим! Так, спиздить нечего. Хреново. Это красные предатели переоделись в наших. Анна забрали ее с собой. Уже тут подвалил вход. В катакомбы ведут на Октябрьскую. Они туда ушли. Гиблое место. Мать. Так, надо Аню
Чё за хрень? Просто нам здесь не нужен. Какая-то хрень нездоровая. Стремновато. Поехали. Блин, нехороший зум. Очень нехороший зум. Давайте, давайте, все патроны у меня спиздите. Твари. Готов. Блять, патронов нету, ничего нету, ёпта. Какая-то ловушка. Тяжелая туша. Сейчас подождем, пробегут. У меня, блин, на всех у вас патронов и не хватит.
Очень-очень плохо. Хоть три аптечки есть, ёпт. То совершенно не густо. Совершенно не густо. Блять, у меня очень плохое предчувствие. Ёб твою мать, так и думал. Блять, ёб твою мать, ну что это такое осталось-то? Пиздец. Этот ствол, конечно, мощный. Но патронов нету, ни хрена. Потише нельзя, да? Клеймор. Блять.
Да ёб твою мать. Кто хоть там меня фигачит? Какой-то элитный, ёпта. Все, пиздец. 8 патронов. Ну. Ладно, просто тупо бежим. Хуй сделаешь. Товари, сколько же у вас здесь, настоящая дорога через ад. Блять, так и думал, ёб твою мать. Последняя аптечка, ёб твою мать, блядь. И вообще, я на нуле. Ёб твою мать. Давай же, блядь, сваливай отсюда. Вообще на нулях. Все, глух. Остался только один клеймор и с
высокая. Настоящий ад. Что, все, приехали? Какая разница, все то же самое. Бля, 5 аптечек. Настоящий фарт. Так, это тот же самый стол, только немножко другой. Пойдет. Ёпта, что, дорогу что ли завалил еще? Давай, круши здесь все, я фишку понял. Ты должен здесь, чтобы ты все должен крушить. Давай, давай, дружище. Давай, я здесь. Я здесь. Круши, круши все, что тебе попало под руку. Давай, давай, давай. Давай, давай. Аптечка. Молодца, так держать, молодца.
Блять, ну ты и так уже покрушил больше, чем можно. О, блядь, с двух патронов, ёпта. Зашибись. Музыка нехорошая. Слава богу. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого.